Хей, гайс, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Darksiders 2 Dead Edition. Ой, еще не вышел, ладно, продолжить. Я кое-что вспомнил. Да, мы с вами открыли новейший уже остров, да, новую локацию, огромную локацию. Древо смерти, которое называется. У нас есть Корнила, нужно будет туда отправиться. Так, у нас там еще Вечный Трон что-то есть. Но, что нам нужно? Я не помню, где этот портал был открытый, я видел. Я точно видел открытый портал. А, все, вижу. Нам нужно в Кузнечные Земли вернуться. И пойти в одно место. Так, нам нужно вернуться, помните, там, где я не мог подняться. Там еще, типа... Кристаллы растут. Желтый, кажется, цветом. Ну, сейчас посмотрим. Ага. Все, да, я вернулся, куда мне нужно. Просто это... Выглядит немного. Оно постоянно было такое заросшее. Мне придется идти одному. Или я не замечал? Окей. Так, поехали. Мне нужно в храм отправиться. Я говорю, в храм отправиться. Да. И там есть новый один для нас враг. Я Вики чекнул так по-быстрому, чтобы, знаете, не пропустить какие-то доп-миссии, типа боссов. И нам нужно вот сюда. Вот тут мы не могли забраться. Теперь с помощью... Так. Ага, окей. Значит, быстрое перемещение. Я не знаю, как делается. Так. Уф, тихо. Там. Сейчас заберемся наверх. Заберем кусочек. И погнали далее. Уф, если сейчас бы вниз упал. Все, можно заходить. Так, лавы какие-то у нас горы. Здесь мы уже точно с вами не были. Так, вижу очень хороший сундук. Ага. Мне предлагают сюда, да, пойти? Ну, в принципе, почему бы и нет. Если предлагают, я сюда схожу. А, просто деньги. Так, мы же продали с вами некоторые вещи, которые нам нахер не нужны. Поэтому можно будет что-то и купить. А купить нам нужны хилы, да, будет? Да, хилов у меня, увы, мало. Храм. О, вот оно, это оно есть. Беги, Хорн растопчет тебя. На! Вот о нем я говорил. Так. Да, могу я их притягивать. Ай, зараза. А чё вы такие жирные? Манать! Пипец! Я их почти не выношу. Почему на мне ожерелье не работает? Ну, особенность мрак.
Чё-то у меня такое предчувствие херовое, что меня сейчас скоро грохнут. Слишком они жирные. Я думал, сейчас разберусь, типа они ж выглядят одинаково, но отнюдь. Манать, я эту херь ломаю фиг сколько. Давай, давай! Минус, минус, минус! Ауч! Да уж. Может мне еще сюда рано идти? Блин, скажите, пожалуйста, что я могу отсюда выйти с помощью телепорта? Если нет, это будет сейчас ужасно. Черт, опять не про... Черт! И как мне это все проворачивать? Потому что меня, считайте, ваншотят. Ну, хотя у меня ХП восстановилось. То есть одна битва и ХП восстанавливаются. Все отлично. Минус. Ну, почти сдох. Боюсь, будет жопа мне, когда я буду с боссом драться. Если меня обычные молотники. Вот чё. Я хотел сказать, если меня обычные вот эти... Я хотел прыгнуть на стену. Он упал. Пропустить. И из-за этого мне нанесло 9, сколько? 9999, да? Да. Окей. Буду честен. Это сложно. Так, сразу меняем на руку. Там эскейп, конечно, пропустить, но пробел тоже ничего. Да ладно. Только ты что-то медленно бежишь, не думаешь? Что? Почему? Он не зацепился. Он не хотел цепляться. Я же плохо отпрыгнул. Походу, что да. Чувствую, нужно теперь будет хилки закупаться. Бля, 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 не туда прыгнул, не туда кнопку зажал и все. Мне нравится. Так. А, нужно будет к этому по-быстрому потом телепортнуться. 999 999 урон. Я не могу просто взобраться. Ужасть. Так, у меня есть ультимейт. Ультимейт я потрачу в очень такой сложный момент, если он будет с боссом.
Вот просто откуда я знаю, где кнопка наверх залазить, а где нет? Ну, ты чё, издеваешься? О, ништяк. О, мне туда нужно еще попасть. Тут ничего нету. У меня сундук есть. Так, давайте я дверь открою. О, черт. О, забивание. Да, сразу возьму пистолет. А, нужно не забывать о обычных атаках. Вау, вау, вау. Кажется, хилку дали. А не. Фиолетовые ботинки. Фиолетовые ботинки? Вау. На самом деле, хорошие. Так, плюс хилочки. Ну, хилки, я думаю, не буду тратить. Лучше пускай я сдохну. Но хилку не потрачу. Так, мне нужен здоровяк. Так, могу туда пробежать. Хорошо. Стоять, карта. Сразу откроем. Я могу сюда пробежать. Либо в ту сторону. Там выход, да? Но если верить карте, там выход. Окей. А? О, это выход. Отлично, мы нашли выход. Значит, у нас есть срез с этого места. Так как мы уже здесь, давайте тогда, ну, продолжим, я думаю, здесь. Почему бы нет? С боссом, я думаю, если найти тактику против него, то можно и пройти даже без получения урона, поэтому как-то так. Блин, а там тоже был проход у нас. Так, тут прохода нету. Тогда двигаемся сюда. Мне предчувствие, что я в одном и том же месте прыгнул. Моя причесса меня не обманула. Не-н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 е. Я успел, все, я успел, я молодец. Сейчас я залезу и просто ему капец. Все. И все, они мне ничего не сделают. Урона нанести не смогут. По идее. Так, ну, в принципе, здесь я проехать могу. Это не убьет. Так, минус один. Вижу синий молот. Не, ну по сути это босс локации этой. Новый уровень. Ништяк. Сейчас как раз и прокачаемся. В смысле, ты же стрельнул, не? Так, прыгни. Молот. Ого. Блин, ну... Он лучше, конечно, моего, но не настолько, чтобы я ж... Вау-вау-вау, типа того. Зачем ты в робота садишься? Залезь по цепи. А съехать тут тоже, да, никак. Ну, а где сундук? Наверху руна. Так, здесь у нас нихера. Там у нас драка.
Так, ну, в принципе, если разобраться, нормально. Так, защита и крит. Что нам дает та одежда? Так, сразу прокачаем. Прокачает, а почему бы нет? Мне интересно... Так, ну, сопротивление, сопротивляемость тут. И тут сопротивляемость. Не, конечно, лучше мое оружие, поэтому... как так? А, улучшить я ж могу, точняк. Так, коса еще улучшена. Это максималка, да? Да. О, отлично. Так, я сюда иду за сундуком. Как я могу понять... И довольно за хорошим сундуком. Ага, тут у нас ключ. Врата, которые я еще не видел. Может перекаты делать. Круто. Теперь что мне делать с роботом? Наверное, робота я... Робота могу использовать. Эй, приятель. Там на меня налетают. Давай разбираться. Жалко, что он просто задавить не может. Вот ценного там я не видел, чтобы что-то попадало. Поэтому как-то так. И на нем сюда я заехать тоже, понятное дело, не могу. Так, а тут у нас врата. Да. А тут мне нужен мой новый приятель, которого тоже я не могу. Хотя стоять. Могу и. По идее могу. Не могу. Что по карте? Что мне говорит карта? Туда я не могу попасть. Мне нужен новый приятель. Тут закрыто, там уже выход. Они затоплены, все такое. У нас только эта локация. Получается, я только могу взять того мужичка и притащить сюда. Это как бы единственный вариант, который я могу использовать. Я, конечно, попытаюсь на нем заехать. Конечно, не с этой стороны. Не знаю, на что они рассчитывали. Ну, пофармить золото можно. А, они восстановились, ёлки-палки. Там я ничего, в принципе, не нашел ценного. Там я тоже заехать никуда не могу. Да уж. Ну, дурачающий момент. Так, ну, в принципе, где сундук, видно, что там есть где-то проход. Не знаю. Он... Бега, где ты? Я не могу этого сюда позвать. Как мне его притащить? Я не могу этого сделать. Что, мне получается сюда все-таки рано было идти? Ну как бы вариантов других тут больше нету никаких. Может, я чего-то не знаю. Но я проходов точно не вижу. Но он меня ведет куда-то сюда. Да-да, он ведет сюда. Да-да-да-да, вы встаете, я это понял.
Ворон, нет, все-таки ворон меня куда-то да и ведет. Ладно, приятель, поехали тогда до конца. Тут нету нигде. Допустим. Давай заново. Там прохода нету. А смысл мне идти туда? Пришел я и... Это то же самое место. Я только взял ключ и все. Непонятно. Ё-моё. Нифига себе, тут у нас еще, оказывается, есть проходы. Допустим. Страничка книжки. А, и все. Ну, в принципе, ради страницы только. Это тоже неплохо. Драться с ним я не вижу смысла. Нужно отсюда, короче, выбираться. А мы застреваем в текстурах. Ладненько. А где я находил выход? Не, ну это уже тупо, то, что я дерусь с одними и тем же. Нафиг надо. Так, здесь, да, я видел выход? А здесь, тю. Да, походу, сюда рано. Так, как, блядь, это может быть рано? А куда мне тогда нужно было идти? Мне нужно как-то сюда робота призвать. Вон ключ. Место, куда мне нужно попасть. И проходов нету, непонятно. Тупая муха, на, получай. Тупая муха. Как мне сюда робота присунуть? Только с той стороны. Ай, его! Вы серьезно? Вы это сейчас серьезно? Здесь был постоянный проход? Окей. Ясно. Я вас понял. По мне, самое имбовое было, если бы я вот этого робота, да, с собой мог взять. Он хотя бы не сдох. Да, в первой части было, мне кажется, немного полегче цепляться. Она тонет? Она, мне кажется, она тонет. Да, она тонет. А, и это тоже тонет. Понять. Ну нафиг, ну нафиг. Оп. Тут все, кажется, тонет. Вау. Тихо. Готово. Так, ну понятно, сюда мне нужна рапотозявра.
Тут мы сейчас поднимемся и пойдем за роботом. Сундучок. Так, ботинки. Ну, понимаете, у той брони сопротивляемость. Ага, битва с кем-то. Ну, я думаю, смысл время терять. Вау, то есть... Ты мне даже в облике наносишь урон. Ау. Я тебя понял. Классно. И... Эй. Ау. Окей. Я понял, я уже застрял. Я уже подумал, это пипец. Так, ну понятно, что сейчас кто-то живет. Но мы успеем активировать робота. Нам не посрать. О, там охерительный сундук. Так, Громилыч, поехали. О, хороший шмот. На самом деле, я думал, когда я в виде смерти, я типа бессмертный. Оказывается, нихера. Я еще какой смертный. О, хилка. Так, забираем хилку. О, у нас теперь фулл хилки. Сила, защита хорошая. Нам осталось только сдохнуть, чтобы у нас было фулл хп. Ай, блин, карта подземелья. Так, ну мы, в принципе, видели там, где я могу пройти с помощью робота. Поэтому, я думаю, это будет не секретом. Бац, 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 бац. Ага. Хорошо. Теперь мне нужно пробежать так, чтобы на меня не покапала лава. Сейчас. Готово. Оп, полетели. Так, загадки с рычагами. Так, опускаем грузик. Первые врата открыты. Замечательно. А теперь... Побежали ко вторым. Я успею. Отлично. Поехали, дружище. Надеюсь, это фигня не на время. А то будет обидно как-то. О, сундук. Так. Успею. А здесь нет. Фу, успел. Так, и там сундук у нас. Грузик номер два.
Замечательно. Здесь берем сундук и берем робота и валим отсюда. Босса. Поехали, дружище. Мне нравится то, что его у меня хотя бы не коцает лава, которая вот это всплескивается. Хотя почему она меня не дамажит? Вот это вот странно. Троих вижу. Когда лучше вот эту херь убегать сразу. Лучше не рисковать. И лучше далеко херячить от них. Так. Оп, минус. Не получаем урона. Минус. Сейчас что-то будет, да? Замечательно. Надеюсь, вы суицидитесь. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, зажимают, зажимают. Вау, 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 вау. А, в принципе, я подумал, нихера, мне уже больше половины хп вынесли. Это нам не сейчас порча, да? Ой, тихо-тихо-тихо. Если порча, то лучше, ну нафиг. Ой! Вот этого я трюка не помню. Ауч! Серьезно, и заново? И хилку потратил целую. Она... Вот это плохо. Вот это вышло плохо. Ладно. Заново. Так, сразу ваншотим. Так, у меня есть суператака. Минус. Готово. Фух, убит. Так, теперь начинается лава. Тихо. Не давать, не давать себя ударить. И испорченное нужно сразу бить. Мудилы! Каменные мудилы! Мудилы!
О, черт. Вот это дерьмово. Манать. Меня в... Почему? Меня ваншотят. Не, ну это рели жопа. Меня просто ваншотнули. Какого хера у меня способность прокачана? Нахер знает насколько. А вы ваншотите меня. Так, чтобы жопа еще не сгорела. Это нужно постараться. Да посрать, мне кажется, уже. Буду уже бить. Кого вижу. Да, порча накладывается на врагов просто. Бац, бац, бац. Бац, бац, бац. Ай, черт. Ладно, валим отсюда. Ладно, сопротивление хотя бы жесткое. Думаю, это сейчас плохо, да, на мне закончится. Эта херня меня же ваншотнет? Нет? Да, лучше к нему впритык не подходить. Как ты меня бесишь, упырок. Вау. Готово. Да, пришлось меня жутко потратиться. Они ж сильны какие-то даже. Особенно те, блин, просто меня одним ударом, вот этим, типа, жестким, может, типа, раздавили меня. Но, реалистичность. Типа, с одного раза раздавили, не, не верим. Увы, не верим. Так, ну, здесь, я думаю, я справился. Сейчас поставим робота, куда мне нужно. Так, не-не-не-не-не, в обратную сторону поехали. Мне нужно к сундучку. Или ходил к нему стоять. Карта. Да, я туда ходил, все. Тогда нормально. Давай, цепь, побежали.
Блин, пипец, он там наверху очень далеко. Я могу сюда залезть. Давайте я за сундуком пойду. Ай, вон на что. Ну, допустим. А почему я не могу сразу на цепь залезть? Там зацепиться, да, можно было? Да, там можно зацепиться. Так, наверх. Сундук. Обычная броня и фиолетовая. О, ты ж зацепился. Так, все. Здесь мы сундуки забрали. Вижу два сундука. Не, ну после такого я не думаю, что... Хотя он огненный. О, кажется, я пришел. Кажись, я пришел к месту встречи. Я не могу. Думаю, не зря меня, да, вот так приглашают. Сколько хилок. Ох, ну поехали. Я же чувствую, как меня жопа сгорит. А я должен в этой серии убить. Давай, Ген. Ген. А, Хорн, Хорн. Извини. А у меня ульты, да, нету? Окей. Ой! А, я тебя понял, приятель. Я его не... Я его пробить не могу. Бац! Оп. Так, он взрывается. Отходим. Достал все-таки говнюк. Воу-воу-воу-воу! Все, приятель, я понял. Не, ну это уже челик. Немножко по-пидорски. И это уже челик не по-мужски. Просто... Меня его приятели быстрее убьют, чем он меня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Не, на самом деле он что-то легкий какой-то. Ладно, нормально. Контратака, все. Так, палица. Максима, оружие насильной силы, немысленной силы, забытой на долгие века. Когда им владел древний военачальник Лич, память о котором уже давно канула в лету, и которая заточена где-то под мертвыми равнинами.
Немногочисленные упоминания о нем начерчены на лезвиях этого оружия. Ну, с тобой честным быть, я больше времени потратил на то, чтобы дойти сюда. Враг, на самом деле, вообще какой-то изичный. Первый момент, когда он начинает, типа, энергию, если бы он сразу мгновенно взорвался, а то как-то с задержкой. Такое, на самом деле. Ну ладно, зато у меня фулл хп. Можно сюда идти, я думаю. Да. А, стоять. Фигня. Я же обычную косу взял. Ладно, все равно. Ну, 307. Это, да, жуткий секира? А, не, вот она. 400, нихера себе! Ну, здесь сила отпора и прибавка к силе. А там у нас чисто... такое. Ну, его улучшить можно, во-первых. Стоять. А ты у меня... А, тебя улучшить нельзя. Ну, смотрите, в принципе... до хера урона. Начнем с того, да? Я его, конечно, испробую, когда у меня будет уровень подходящий. Вот эта фигня, кажется, мне мрак. Блин, какой-то дерьмовый. Сопротивляемость. Ну, к чему сопротивляемость? Тоже такой, знаете, мини-моментик. Я могу, конечно, сразу прокачивать ее. Почему бы и нет? Улучшить. Монета урона. Улучшить. Просто 500 урона будет. Урон холодом. Все. Ох, все отлично. Значит, я буду с этим бегать, с секирой. Хотя молот, вот это мощный удар такой. А вернуться к шаманке. Быстрое перемещение доступно. Манка. Да, быстрое перемещение доступно. Тогда let's go к шаманке. Поговорим, может... А что у нее забрал? Только секиру, да? Квестовые предметы. Разве у меня были какие-то? Найдите убитие Вехера. Найдите убитие Хедны. Так. Ура, рассказал вам о конструкторе совершенной с ума. Так, ну я его прикончил, это хорошо. О, Вейхером. Сдам сейчас сразу два задания и закончим тогда эту серию. В бою со стражем ты проявил сноровку и ум. Тебе еще предстоит стать сильнее. Хотя я так подумал. Тебе еще предстоит стать сильнее. Да. Нет приема. Все. Давайте, ладно, тогда на этом, я думаю, закончим. Поэтому в следующей серии мы с ним поболтаем, туда сходим, поболтаем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.